Итак, когда казалось бы, что могло бы быть веселее, у нас теперь сражение с Данте, Рэйчетом и Джеком. Ну, эти персонажи повеселее, хотя не знаю, насколько Данте герой PlayStation. По крайней мере, новый Данте. Старого еще могу понять. Тот, который в первых трех частях. Этот-то новый все-таки. Поэтому как-то так своеобразно это, по моему мнению, по крайней мере, смотрится. Ну, Рэйчет и Джек — отличный выбор. О, царство Аида из God of War. Отличный вариант. Подходящий под Кратоса совершенно. Датчик определил угрозу. Астар? В бой! Ну и легкий ремикс на версию саундтрека схватки с Аидом, как боссом в God of War 3. Аид тебя ждет. Да вот он тут рядом, не переживай, Кратос. Ну и как видим, опять же, различные дополнения, дополнительные препятствия, дополнительные проблемы. Делаем первый уровень и уже убираем сразу двоих. Неплохо. Собственно, отлично подошел и сделал все как надо, и вот тут Патапон намечается уже на уровне. И все как-то происходит очень своеобразно. Вообще цирк этот, конечно, невероятный. Все то, что происходит вокруг, как это происходит. Но в целом я примерно понимаю идею, и в принципе это прикольно, но в начале и ненадолго. К какому-то моменту мне банально надоело. Ну то есть, буду честен, вот сейчас, смотря на это, я не ощущаю восторга. Хотя, нужно сказать, что в целом идея-то была неплохая. Ну, как обычно. Вот так-то. Разобрались двумя. Откуда-то здесь на уровне ракетница. Но получилось неплохо. Тем временем ребята из Патапон смогли победить Аида. И у нас довольно спокойное окончание уровня. И уровень один, это, конечно, все прекрасно, но... Мне кажется, я и так уже победил, на самом деле. Ну вот и усё. И у всех минусовые какие-то прям, ну совсем что ли плохой интеллект был. Я на каком-то моменте понял, что, наверное, стоило попробовать с игроками. В то же время потом осекся, подумал, что, наверное, игроки тут некоторые такие, что их и пройти не сможешь сразу. Ну, в любом случае. Теперь вот Big Daddy из BioShock. Большой папочка Радок из Killzone и Sackboy из Little Big Planet. На совместном бою вот таком схлестнем сейчас. И арена... Из Слай Купера, из игры Слай Купер, из последней части, кажется. Сейчас ты умрёшь! Вообще непонятный цирк. Поехали. Музыка такая приятная, легкая, интересная.
Очень. Ну, как видите, вроде все на месте, но вот что сейчас творится? Друг друга что-то делаем, что-то кого-то, непонятная какая-то куча, непонятно, что вообще происходит. Для чего это все? Ну, как видим, уже получше ситуация. Здесь враги начинают уже набирать сами уровни, вот так называемые 1, 2, 3. Каждый из которых дает возможность пройти там разные атаки. И, в принципе, можно было бы надеяться на какую-то конкуренцию, соперничество, но в целом даже не в этом больше проблема. Проблема в том, что в целом не самая веселая игра. Ну вот сейчас опять поменялась арена. Я, кстати, не могу вот сейчас сходу сказать, что это. Ну вот, каждый там разбирается со своим. Вот, разгруппировались, иногда между собой еще успеваем, но в целом... Все с уровнем 1. Ну и как ни у кого, так я понимаю, не получилось действительно его выполнить как надо. Какая-то штука нападает на нас. На то или иное место. Ну опять же, блин. Ну ок. Сейчас, видимо, часть уровня, да, эта штука поглотит. Фразочки Кратоса уже слышатся как одно и то же, потому что реально уже слышал ты их несколько раз даже в этой схватке, не то что предыдущих. Ой. Ну и все, победа, короче. Че уж там. Ну в этот раз хоть большой папочка более-менее неплохой результат показал. Да и Радок хотя бы не в ноль вот вышел, а не в минусе. Так что ничего, уже соперники. Ну блин, тут очень затянуто все на самом деле. Мне кажется, эта сюжетка могла бы быть веселее, но она... Ну, то есть такое ощущение, что ее вообще не хотели делать веселее. Так, Нарика или Нарика, я до сих пор... Вроде Нарика. В общем, известно тем, кто в начале каких-то там... В самом начале PlayStation 3 эры покупал игру Heavenly Sword, Sly Cooper и Spike. На самом деле, вот с Нарико бы столкнуться в одиночку, как бы, один на один, было бы круто. Из Ape Escape уровень. Ты умрёшь. И... Рад, ну окей. Вот, да. Нарику, конечно, здесь зачетный персонаж, в плане того, что с ней, конечно, клеснуться было бы круто. Само по себе классно было. Вау, какие классные фразы сделали этому персонажу. Ого. Ну и... Да... Да... Ну и да, как бы счет смертей... И счет убийств... Как видим, у меня одно... И пока я в лидерах. И, собственно, так было...
всегда покра, что во всех схватках. Ух ты, вылезла дрянь из... из этого, наверное, из Resistance. Да, скорее всего, из Resistance. Если помните такую трилогию игр на PlayStation 3, первая Fall of Man вышла и была в стартовой линейке PlayStation 3, вторая чуть позже, ну и третья уже ближе к концу эры. И третья, на удивление, неплохая игра, кстати. Resistance 3 одна из самых удивительно хороших игр. И это победа побед. Потому что сейчас, видимо, счет уже идет на убийство. То есть три убийства, кто сделал, тот и победил. Ну и, соответственно, это сделал я. И это победа. На самом деле, спасибо, потому что игра уже, на самом деле, ну... 3 минуты на каждую схватку тратить, когда все так хорошо идет, уже не особо хочется. О, впереди Хейхачи... Ну, они из Дести, ну, Хейхачи. Из Текина, Коул из Infamous и Райден из Metal Gear Solid серии. Ну, в данном случае он, видимо, сделан под Metal Gear Rising Revengeance. Игру, последнюю игру, где Райден участвует из серии, ну, хронологически. И то не совсем официально. Так, у нас... Сейчас ты умрёшь! Metropolis из Ratchet & Clank игры. Ух, какие классные персонажи в схватке. И Хейхач, и Коул, и Райден все по-своему интересные, необычные. И никаких тупых нету там из разряда, не знаю, Парапы и Сагбоя. Которые, конечно, ну, классные отдельно, но... Тяжело понять, что они себя представляют в этой игре в такие моменты. Ну и вот, первое убийство уже есть. Сами понимаете, у кого Хейхачи говорит на японском, и это тоже очень прикольно. Блин, сейчас что-то будет опять. Вылезает Гидра из God of War 1, а Кратос тем временем уже побеждает. Гидра только успела появиться, а мы уже закончили. Ну, сейчас Кратос с Гидрой, видимо, разбираться будет. В это время пока мы... разбирались с врагами, сейчас перейдет Кратос на разборку с Гидрой.